Алматинские трамваи уйдут с молотка. 13 немецких вагонов выставлены на торги единым лотом на сайте госреестр КИЗ. Стартовая цена подвижного состава – 118 миллионов тенге. Однако товар будет продан на аукционе на понижение цены. Минимальную планку закрепили на 103 миллионах тенге. Купить многотонный транспорт смогут лишь те, кто заплатит гарантийный взнос – около 18 миллионов. По документам, кстати, состояние вагонов оценивается как удовлетворительное. И по заключениям экспертов, все они пригодны к эксплуатации. Идет прием заявок в течение 15 дней, получается, до 19 января 2018 года. После того, как закончится прием заявками с 19 числа, в 11 утра начнутся торги. Дальше, получается, участники, которые оплатили гарантийный взнос для участия, должны за час зарегистрироваться на портале госреестр и в дальнейшем принять участие в торгах.